Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Савелий Тимохов. Сегодня очередное видео на моем канале Болгария Микс. Я переименовал канал, надеюсь, вам это название больше понравится. И, в общем, это видео о Осеновой крепости. Это крепость, как вы догадались. В общем, находится она довольно близко к Пловдиву и вдруг в 2-3 километрах к югу от Осеновграда. Это такой тоже большой известный город. Кстати, думаем про него тоже снять видео. Находимся мы сейчас здесь, в этот солнечный, невероятно красивый день. Что же это такая за крепость и церковь? В общем, эта крепость сначала принадлежала финикийцам. Но потом произошли различные вещи. И пришла она сначала к болгарам, а потом к туркам в Османской освободительной войне. В общем, и в 1991 году церковь была отреставрирована, и с тех пор вы можете сюда зайти и посмотреть. Если пройдете чуть вон туда, это уже крепость. А если вот по этой тропинке... Благодарю. А если по этой тропинке 15 минут, и вы уже в церкви. Названа в честь освободителя этой церкви болгарского. Вот так. Виды вообще невеликолепные, неописуемые и замечательные. Как будто я побывал на поздравительной карточке. Кстати, насчет билета. Стоянка здесь стоит 1,5 лева для машин за 1 час. Сам вход в церковь, то есть, чтобы пройти, билет для студентов-пенсионеров стоит 2 лева, а для всех остальных молодых людей стоит по 4 лева за человека. Для семейства, то есть, кто там, ну, семейством идет, на того 9 человек на всю группу. В общем, вот так. Давайте пройдем и посмотрим поближе. В общем, мы уже вошли. Будем идти в церковь. Идти примерно 10-15 минут. Но мы ходили на Афон, братка, нас не запугаешь. Вот, в сердце это народ допа. Вот, можете в сайт www.осеновград.com, и там будет написано более подробно об этой крепости. Также я посмотрел в Википедии чуть информацию, и вот сейчас вам доношу в приятной форме. Вообще, как будто вообще круто. И все эти горы стоят тысячелетиями, веками. Вообще невероятно. Вот такие вот ступеньки хорошие. А вот баллиста. Довольно знаменитая метательная машина. Вот здесь написано. А вот и катапульта. Так как это крепость на возвышении, и это церковь, более эффективно было сделать метательные машины. Большинство там баллиста, а это просто катапульта, ядрами там. Вот, уже вот прям видна вот эта вот крепость. Да, как она вот сохранилась вот так вот. Кстати, насчет этого сохранилась только церковь, и вот это вот только останки от крепости, вот так. Вот мы уже прям на пороге у церкви. Вот можно забраться на второй этаж. Все вот здесь подробно описано с фотографиями.
Санктория, которая освободила от... Вот, освободил. Идем сейчас на самый верх. Посмотрим эти замечательные виды еще один раз. Вот карцер. Сюда бросаются деньги на счастье. Еще одна смотровая площадка. А вот это вот такая решетка вниз для вот этого карцера, где мы сейчас только что видели. Ну вот мы уже на самой высокой и красивой смотровой площадке. Да, виды вообще потрясающие, как я и говорил раньше. В общем, ребята, подведем итоги. Приезжайте сюда, насладитесь истинской болгарской природой. Еще обязательно сюда приеду где-нибудь на закате. Очень романтичное время. Ну, а на этом я с вами прощаюсь, дорогие друзья. Подписывайтесь на этот канал, на группу в Фейсбуке. В общем, до скорой встречи. Пока.